Так выглядит опросный лист. В нем можно будет отметить один или несколько проектов. Вся информация о них размещена на официальном сайте городской администрации на нашем anaporegion.ru. Эскизы, а также специальные урны для голосования будут находиться в отдельных помещениях недалеко от избирательных участков для удобства жителей. Этот список общественных территорий был утвержден на заседании муниципальной общественной комиссии, составлен с учетом уровня финансирования муниципальной программы и возможности выполнения работ в полном объеме. По итогам голосования будет определена очередность благоустройства общественных территорий. Те общественные территории, которые наберут больше всего голосов, будут реализованы в 2018 году. Все остальные территории будут перенесены. Эта программа работает с 2018 по 2022 год. И далее мы будем в следующем году, когда нам будет выделено финансирование на 2019 год, точно так же мы определим общественные территории, которые будут отремонтированы и приведены в порядок в 2019 году.